Ну вот я и сел. Думал, пройду, снег, в принципе, катается. Но сил не хватило машинки. Я немножко провалился, когда сдавал назад, а потом вперед. Раскачка здесь уже не получилась. Хотя, в принципе, я так хорошо прошел, конечно. Но это из-за того, что снег катается, не проваливается настолько. Но все равно я сел на пузо. Ну, сейчас ребята подъедут, вытянут лопату. Во всяком случае, была бы лопата, я бы сам выехал. Но. Вот так вот. Ну, здесь я уже второй раз сажусь. Первый раз в 2013 году сел. Только в другую сторону ехал. Ну, тогда был здесь сугроб, конечно, помощнее. Но все равно. Ну, это нормально. Это даже интересно. Я особо не расстраиваюсь. Потому что это не самое страшное, что могло ожидать меня сегодня. Это считаю, что я эту дистанцию преодолел на 5.